В ночь с 29 на 30 марта в результате неблагоприятных погодных условий – дождь, мокрый снег, шквальные порывы ветра – из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточено 342 населенных пункта. В Донецкой – 199, Сумской – 111, Харьковской – 11, Полтавской – 8, Луганской – 6, Запорожской – 4 и Днепропетровской – 3. В течение суток 29 марта в результате неблагоприятных погодных условий полностью были обесточены два населенных пункта Красноградского района. Случаи частичного обесточивания наблюдались в Барвенковском, Великобурлуцком, Красноградском, Лазовском, Нововодолажском, Первомайском, Сахновщанском и Харьковском районах. По состоянию на утро 30 марта наибольший вред стихия нанесла на территории Близнюковского района. Ветром повалены несколько десятков опор линий электропередач и обесточено 12 населенных пунктов. Случаи частичного обесточивания имеют место практически во всех районах области, но больше всего в Харьковском, Змеевском, Дергачевском и Валковском районах. Над восстановлением энергоснабжения населенных пунктов работают бригады Облэнерго.